на которую ставить. А зачем ты сложил? Маша, ты скажи... Мне фильтр не нравится. Не, ну ты же правда приходишь на пороге, оставляешь все, меняешь. А, вот. На. Здрасте, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать. Вы знаете, что случилось у Алены Купер? Это просто пиздец. Прости меня, конечно. Простите меня за мат. Но Алена, это моя подруга, с которой вы вчера общались. Все. Ты знаешь, что с ней случилось, мама? Она мне звонит сегодня. Значит, я не беру трубку. Вегас. Привет, Ялта, мой любимый. Она мне звонит сегодня. Раз, два, три. У нее взломали. Блин, что? Мам, у меня на груди пятно огромное. Скажи. Это что? Все, Маша. А что это? Печень. Печень? Я тебе говорила, вот это... Плохо все, видно, Маша. Мутно, блин. Протри, может быть, это... Не, плохо ловит. Короче, я вам хотела рассказать, что с Аленой случилось. Послушайте, я вам просто расскажу, что может быть вас обезопасить. У нее взломали все карты, которые... Все, значит, компьютер, Инстаграм, карты... И сняли деньги на покупки. Плохо видно. Ну, я не знаю, почему плохо видно. Ну, ты протри экран. Да нет, это интернет. А может быть интернет, да? Нет, опять. Нет. С нашей Аленой из Сан-Франциско, с которой мы вчера разговаривали. Это просто кошмар. Тебе хлебца дать в черненький? Да. Как так? Вот так вот. Короче, ей приходило уведомление несколько раз в Инстаграм, типа... Как же это было? А, сбросьте пароль. Она ничего не сбрасывала, естественно, ну, потому что это смешно. И она заходит в компьютер, и у нее там написано, мы знали, что, типа, вы зайдете, и все. И все, ну, короче, все взломали. Пиздец. У всех сейчас мутные эфиры. Ну, да, значит, вот маму вам покажу. Да я уже показывала, доченька. Когда? Сейчас здоровалась, подходила. Блин, может фильтр выключить? Я уж не знаю, чтобы было видно четко, блин. Или вот, ну, блин, я не знаю, короче. Друзья, я вообще сейчас, у меня ресницы выпали, мне не нравится. Ой, шикарно. Да, с прямой эфир она говорила. Денис, привет. Мам, а соленого ничего нет, да? Есть огурчик, но тебе нельзя, я боюсь. Дай огурчик. Ой, мам, дай телефон. Я сфоткаю, что я ем. Я же в марафон по похудению вступила. А это надо? Да. Короче, дорогие друзья, надо... Сервер прогружен, так сейчас у всех. Плохо. Так. Фотку делай. Ну, это вот я просто не хочу очень давать тебе, честно говоря, потому что я боюсь. Ой, откуда огурец соленый? Ну, еще был бы у меня, просто. Обожаю тебя. Может, перезайти, я не знаю. Машенька, все равно будет мутно, наверное, а? Все равно? Ну, пофотографируй немножечко еще. Ну, деньги, наверное... Маш, перезайди. Перезайдёшь, а потом... Я ем сёмгу на пару. Маша... Прокомментируй ситуацию Безоса и Милены. А что комментировать? Ну, отношения больные были изначально. Дай слава Богу, чтобы зашли. Поэтому лучше, чтобы так. Ну, просто это очень тяжело. Потому что, тем более, в ситуации, когда коронавирус, ее выгнали, это вообще пиздец. Да? Привет. Мутно, блядь. Ну, я тебе перезайду. Да где же мутно-то?